Эту новинку мы разработали и выпустили ровно за год. До этого мы электрические грузовики не производили. Мы производили всю линейку практически электрического транспорта, которая существует на сегодняшний день. Но приняли решение и хотим выйти на рынок совершенно новым продуктом. Считаем, что он будет очень востребован. Вот продукт современный. Там применены самые новейшие конструкторские решения в области электрического автомобилестроения на сегодняшний день. Во-первых, это композитные материалы. Во-вторых, это батареи собственного производства. В-третьих, это возможность одновременно заряжаться от двух зарядных устройств. В-четвертых, это различные возможности по длительности пробега, в зависимости от пожеланий заказчика. Ведется очень хорошая работа с торговыми сетями, которые, в принципе, нуждаются в таком транспорте. И очень важно, что это новая абсолютно технология, модная сегодня технология, зеленая технология. Очень важно, что мы сегодня не отстаем, а даже чуть-чуть опережаем производителей, которые занимаются этой тематикой в рамках СНГ.